Всем добрый вечер, добрый день и доброе утро. Сегодня обзор на сайт BitTube. 3 года назад этот сайт появился, и на нем можно было за просмотр роликов зарабатывать монеты. Я эти монеты даже выводил, даже на одном обменнике на BestChange сайте обменивал, но сейчас это уже недоступно, сайт изменил. Вообще свое понятие, я вообще не понимаю, не хочу в этом разбираться, что это за сайт теперь стал. Раньше здесь было интересно сидеть, смотреть ролики, да, там включаешь 40 минут, посмотрел, монетка капнула, 50 минут посмотрел, монетка капнула. Теперь тут пишется, нужно специальный клиент скачивать, якобы. Сейчас зайдем на сайт и глянем. Подождите. Я на этом сайте собирал монетки, их обменивал, но сейчас лазить и искать вот эту вот тему с обменом и всем я не буду. Возможно, в скором времени я тут зарегистрируюсь, не знаю, ради просто проверки сайта на честность. Хотя мне вообще не интересно это делать, потому что на сайте сайт изменился. Тут все стало очень странно, непонятно. Раньше все было понятно. Смотришь, тебе начисляют монеты, ты можешь монеты вывести и обменять на деньги, на реальные деньги. Сейчас же на сайте ничего не понятно, поэтому, скорее всего, я даже пробовать не буду. Все, на этом обзор закончен. Просто для тех, кто разбирается, кто захочет разобраться в этой теме более детально, вот вам сайт. Будет парочку роликов на тему таких типа соцсетей или вот таких вот сайтов, где можно заработать. Всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, всякая такая тема. Я для себя канал завел, поэтому тут сильно качество не ждите. Только обзоры такие мелкие. По сути. Тут по сути как бы и нету. Я этим сайтом пользовался 2 года назад. Вывод был, но искать сейчас это... Как только с сайтом вот такая вот типа модернизация произошла, он стал мне неинтересен. Я вообще не понимаю, работает ли он по старинке или нет. Все. На этом все. Спасибо.